Наконец-то получил это мое мечтать власть, можно сказать, покорять еду в Европу. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я иммиграционный эксперт. Как вас зовут? Здравствуйте, Абдуллаев Алинур. Очень приятно. Расскажите немного о себе. Я из Киргизии, из города Бишкека. Вот, в Россию приехал в 2014 году первый раз. И вот до сих пор работаю в России. Угу. Везде проработал, везде мало платят. Так, а сейчас в данное время с такой ситуацией от зарплаты до зарплаты невозможно жить. Ничего накопить невозможно. 3 месяца назад решил. Решили в Польшу, да? Да, поехать. Там знакомые там работают. Угу. Они вот сказали, так можно пойти. А на какую вакансию едете? Сборщиков на автомобили на Toyota. Угу. Вот. А по условиям там как зарплата? Там 1500 евро в месяц, mm-hmm. и там жилье, проживание, все бесплатно. Mm-hmm. А одежда рабочая? Там они дают все там. Все предоставляют, да. Поняла. Вот я здесь работаю в сервисе, mm-hmm. и вот как раз можно сказать, по профессии еду там. Mm-hmm. И там русскоговорящий там тренер, и он там все покажет, все там. Mm-hmm. Ну, то есть он обучен, да. А вообще не боитесь ехать в Европу? Сейчас говорят, там денег нет и вообще плохая обстановка. У меня там этот Польша там работает сослуживец, mm-hmm. он там с ним контакт ведем, mm-hmm. он говорит, там хорошие условия, mm-hmm. за каждого человека по-другому. Вот. То есть вы не боитесь ехать в Европу? Нет, не боюсь, mm-hmm. наоборот, надо ехать в Европу. График там 2 через 2, mm-hmm. сказали, работа не тяжелая, легкая, можно mm-hmm. еще что-нибудь еще сделать, там, в зал ходить, mm-hmm. развиваться, там. В Казахстане получил визу, mm-hmm. я 2 месяца ждал. А оформляли как вам? Вообще тяжело это было? Оформляли только онлайн, договор все онлайн подписывал, никуда не ходить не надо, время вот экономить, mm-hmm. можно. Это здорово, да. А наши специалисты вам как-то помогали? Да, по всем помогали. Там что-то не так, там сказали, mm-hmm. надо исправить. Mm-hmm. Вот. Все было быстро, да? Да. А откуда нас узнали? Про это узнал я Инстаграм. Сейчас Инстаграм везде же этот. Да, Инстаграм. Популярно вот в Инстаграм взял. Ну вот ваша виза, поздравляем. Вот, наконец-то получил это мое, посчитать власть, можно сказать. Покорять еду в Европу.